А теперь о рэп-музыке. Поклонники творчества Виктора Цоя негодуют. В свет выходит сборник «Кинопробы», в котором самые популярные рэперы России исполнили каверы на песни группы «Кино». Почему Наган отказался принимать участие в этой затее, смотрите в нашем репортаже. Наберется ли в карманы ход на пачку сигарет? Успею ли на рейс, что покинут этот город? Еще в 90-е группа «Легальный бизнес» не постеснялась, слегка кривляясь в клипе, подарить миру и так знакомую всем пачку сигарет Виктора Цоя. Смелый поступок обернулся шквалом негатива от реальных фанатов группы «Кино». Музыка Виктора Цоя становилась основой для многих музыкантов и в России, и за рубежом. И вот доказательство. Спустя 20 лет его слова и рифмы переходят в новый жанр. И совсем скоро свет увидит рэп-сборник «Кинопроба». «Кинопробы» — это трибьют. Новое и хорошо забытое старое. По схеме «Легального бизнеса» молодые рэперы, благодаря Цою, решили заявить о себе. Я выбрал песню «Звезда по имени Солнце». Выбрал, не знаю, она мне близка, она... как-то очень запало мне в душу. На одну из самых главных цоевских песен оказалось не так-то просто подобрать отличный бит. В итоге Стим решил обратиться к музыке самого Цоя. На фоне всех вот треков, которые будут под минуса, которые битмейкеры все делают, гитара как раз внесет свою лепту некой лиричности. Внести свою лепту и прикоснуться к великому решил еще один рэпер Дина МС. Эти перемены своих творений не мог представить даже сам Цой. У меня есть трек, кавер-версия на его легендарную песню «Перемен», вот, на котором мы недавно сняли клип. Стесняясь брать популярный хит, краснодарская группа «Триада» пошла другим путем. Оказалась в гостях у сказки. Если брать там какой-нибудь старый супер-пупер хит, да, там будь там «Пачка сигарет», «Перемен», было бы легче работать и было бы легче сделать хорошую песню. А здесь как бы был интерес... То есть передать атмосферу, да, там, песни. Интернет пестрит сообщениями о том, что и рэпер Нагана тоже принимает участие в проекте. Но Нагана неожиданно сказал себе: «Баста». То, что у меня получилось, ну, это не годится. Я не могу позволить, чтобы песня Цоя звучала вот так, как я ее сделал. Я уверен, что вот на этих пластинках будет очень много левого фуфла. Испорченных песен Цоя. Не боясь критики коллег, группа «Центр» работает над кавером на песню «Последний герой». Лучше Цоя не сделать, и так как Цоя тоже мы не сможем сделать. Ну, естественно. Это невозможно сделать, но мы просто пытаемся. Релиз альбома «Кинопробы» назначен на первую половину октября. Именно к этому времени рэперы встанут в очереди в музыкальных магазинах, а фанаты Цоя окончательно впадут от происходящего в транс. Владимир Стражук, Алексей Широков, Муз-ТВ.